Доброе утро. Наверное, пока не дадут отопление, я буду пробуждаться с тех слов, что как холодно, я вообще не хочу вставать. Но сейчас уже расходилось, и очень даже ничего, оказывается. Но все равно с постели вылезти — это целый подвиг. Еще и 8 утра. Да, Тимофей? Играй, играй. Неужто настал звездный час этой игрушки? Играет у меня тут гора сухого белья. Сейчас я буду ныть. На кухне очень холодный пол, кафель. Я зашла в двух носках и офигела. Постелить ковер у меня пока нет возможности, потому что у нас нету пылесоса. Он есть, но он не работает, я уже говорила. Но выход из положения искать надо. Достала вот такую, я не знаю, как она называется, это мой папа привозил Таджикистана или с Афганистана. Ну, видно, вон она отблескивает. Его не обязательно пылесосить, можно крошки собирать веником и тряпочкой, что сейчас для меня очень удобно. Он классно удерживает тепло, не пропускает холод. Мы вот уже сколько по нему ходили, прям, ну, мне нравится. Ну, расцветка мне вообще не нравится. Достала старую скатерть. Прошлогоднюю, но она в хорошем состоянии, сейчас ей нужно только разлежаться, в надежде, что оно хоть как-то будет более-менее смотреться. И меня вообще теперь все раздражает, и скатерть, и вот этот ковер. Но вот эту я назад стелить не хочу. Ее я купила вообще по глупости, потому что мне тупо вот приспичило срочно белая скатерть, и взяла ту, что продавалась возле дома. Не знаю теперь, что делать. Я вообще хочу весь кухонный вот такой текстиль взять вот в таком стиле, как вот этот разнос. Уже даже нашла картинки, которые распечатаю на вот эту стенку. Нашла фоторамки, которые будут подходить под вот это. Я так хочу сделать красивую кухню, а в данный момент у меня получается заходить и внучата на пирожки. Ну, честно, как в деревне у бабушки. Тимош, ты весь в слюнях. Я тоже в твоих слюнях уже. Тебе нравится скатерть, скажи мне? А? Нет? А коврик нравится? Сына! На меня только не бумкой! На обед у нас гречка. Перцы в томате открыла уже. И салат свежий. Уже овощи не такие вкусные, особенно помидоры. Их днем с огнем нормальные не сыщешь. Уже страшные все. Сейчас, малыш, остужу. В новостях написано, что ТЭЦ готовы дать отопление в течение 3 дней, если температура еще станет ниже. Куда ниже? Уже и так холодно. Насколько я не мерзлячка, мне дома холодно. Вот она на улице там как. Ну, сейчас Тимоха проснется. Пойдем прогуляемся, подышим. Ну, небо, ой, вообще, да? Ну, красиво. Но холодно. Пока он спит, я сюда перетащила нашу батарею.
надо кухню прогреть. Все-таки в кухне мы проводим больше всего времени, нежели чем в тех комнатах. Когда мы спим, Серега приезжает на обед и бывает приводит что-нибудь вкусненького. И вот сегодня я как никогда на это надеялась, и он не оправдал мои надежды. У нас ничего дома такого вкусного нет. Ну, кому как, мне в такую погоду охота пить чай со сладким. Тут вот осталось чуть печенек, мед, орешки. Ну, вот единственное, орешки с медом, прям это вкусно. И клубника. Но она сейчас вообще неохотно идет. Пусть согреется, Тимоха с удовольствием поест. Что? Ты выспался? Нет, заметно. Сейчас проснулся, пошла его забирать, и такой приятный шум в батареях стоит. Отопление нам дали, наконец-то, донылось. Ну, правда, она еще совсем чуть теплая, получается, в нашей спальне и в той розовой, на кухне пока ледяная. Но у меня уже желание обогреватель убрать на место, хотя дом будет прогреваться еще дня два. Ну, от одной только мысли и от одного осознания, что дома теперь чуть теплые батареи, сворачивай язык, мне уже тепло. Ну и как обычно, моя любимая прическа после сна. Сына, где клубника? Повернись. Ой! Чего сладость? Нет, клубнику потом. Ну что за деликатес? Клубника с рыбой, сына. Нет. А тогда в магазин не пойдем. Пожалуйста. А вот сейчас все посмотрят, скажут, ой, Тимоша хнычет. Открывай быстрее, Тимоша не хнычет. Тимофей, я сейчас... Ну-ка, убери руку. Молодец. Визик. Зацени десерт. Классно? Какой-то нет. Ага, нет, ты еще показываешь. Это очень вкусно и полезно. Но много нельзя. Мама. Ты то прожуй. Да, чай с лимоном. Сплошные витамины. Мы как в том Ералаше. Пока собирались, пошел дождь. Пришлось за зонтиком возвращаться. Ошибочка вышла. Это не дождь. Это снег. Пожалуйста, не стучи. Баночка с витамином С. Сезон лимона открыт. Мы его едим много. Каждый раз лень резать и косточки доставать. Он сразу все подготовила. Удобно. Ну, вот это я понимаю. Вкусное чаепитие. Маффины или маффины. Как ударение правильно со сгущенкой. На улице туман. Неужто всю снегом покроет? Ого, даже на видео видно, как идет. Кто это? Ну кто? Ква-ква. Лягушка. Ква-ква. Лягушка. Смотри, сына, елка. Скоро мы тоже будем наряжать. Да? Правильно, мяу. Котенок маленький. Давай нормально почитаем. Ну, хрюшка вот грязная такая. Взял и написал. Я бебека, я мемека, я медведя забодал. Испугались зверюги, разбежались в испуге. А лягушка у болотца заливается, смеется. Вот так молодцы. Это кто? Кто это? А нормально? Это мяу. А это? Хрю-хрю. А это тетя. Полосатые котята ползают, пищат. Любит-любит наша тата маленьких котят. Но всего милее татки не котенок полосатый, не утенок, не цыпленок,
А курносый поросенок. Жил на свете старичок, маленького роста. И смеялся старичок чрезвычайно просто. Где старичок? Правильно. Маленький он был, да. Ха-ха-ха, да хе-хе-хе. Хи-хи-хи, да бух-бух. Да-да-да, да би-би-би. Динь-динь-динь, да трюх-трюх. Раз, увидя паука, страшно испугался, но схватившись за... Уже как в сказке, деревья стали в снегу. И я рано обрадовалась. Батареи-то не шумят и опять холодные. На ужин у нас опять жареная рыба. Только уже дожаренная. Я, представляете, последние два куска вчера не дожарила, они оказались сырые. Серега меня засмеял. В следующий раз я сделаю всю на пару. Во-первых, она нам больше понравилась на вкус, сочная, полезнее, и нету вот этого ужасного запаха. Я вчера запарилась проветривать кухню, у меня было желание набрать воды и по новой тут все отмывать. Это невозможно. Рыбу нужно жарить в частном доме где-нибудь за гаражом. И только тогда и кушать. Вот так в квартире нет, это не мое. Да, Тимош? Это ужас. Обезьянка моя. Сейчас дожарим. И опять рис. Ну, свежий. Сделала вчерашний, утром ушел на кашу. Да фокус такой. Ты вот так, наверное, хочешь сделать? Во, вот так. Бух! Сиди ровно на меня, смотри. Все, сиди. Бух! Ну, помаши. Всем пока. Что там такое? Пришел виновник снега. Покажись. Ну, включи свет, а то красный экзамен. Мой муж подстригся! Да-да-да-да! Праздник! Серый, где ты взял? В этом, во Зачем? Просто, а что? Что еще взял? И Ребе. Ладно, маши всем пока.